Сережа! Сереженька, ты мой хороший, я... Привет. Я все придумала, я все решила. Я уйду, и они от тебя отстанут. Что ты решила? Что случилось? Я пойду на завод работать. Я к сестре пойду, к Валентине. Но на заводе ведь я им точно не нужна. Ну, какой завод? Какая сестра? О чем ты? Я вчера к тебе пришла, а она у тебя была. Когда? Днем? Ага. Кто она? Прокурорша, которая на рынке сейчас торгует. А. Я слышала ваш разговор. Все слышала, значит? Ты не волнуйся, мой хороший. Они обязательно отстанут. Смотри, подарок принесла. Они с музыкой. Давай поднимемся, может быть, ко мне. Нет, я сейчас не могу. Я вечером к тебе приду. Вечером приду и останусь. Не переживай. Не бежать надо. Я вечером. Пошевеливайся. Гутен морген, герр солдат. Доброе утро, господин солдат. И моли Бога, что господин Гауляйтер не приказал расстрелять тебя. Пошла. Огонь есть. Доброе утро. О, боже, не знал такого доброго утра. А что? Это прогнали, видала? Я ей помогала в кухне. Сынок хозяйский прибежал. Под руку меня пихнул. О, гляди. Овсянка, кипяток, все пролилось. Гутен морген. А сынок испугался и до батьки. Батька сказал, Ажбету прогнать. И он мог обвариться. Ой. А хозяйку не видала? Еще. Пусть она и лютая тех уговорила. Господин Краубе, мне надо переговорить с фрау Анитой. Если что-то срочное, можете сказать мне. Моя мать больна. Мне необходимо ехать к ней. Об этом не может быть и речи. У нас нет даже поварихи. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к нашему врачу. Отпустить вас я не могу. Простите, что побеспокоила вас, господин Краубе. Напротив, я предпочел бы знать о ваших проблемах. Я привык помогать людям, которые на меня работают. Наш агент сообщает, что от кинотеатра за Архиповой следила женщина. Потом она зашла к ней домой. Через 10 минут она вышла. Агент счел необходимым оставить наблюдение за домом Архиповой и проследовал за этой женщиной. Что его так заинтересовало, что он пошел на нарушение задания? Она была хорошо одета, выглядела потерянной, ее поведение показалось необычным, поэтому он провел ее до дома. Запрос по адресу я отправил. А этот киномеханик? Порываев. Архипова несколько раз навещал его. Агент предположил, что они могут быть любовниками. Может быть, это простая ревность. Проверяйте. Если у объекта есть тайные страсти, это нельзя упускать. Проверим. А что делать с Архиповой? Наблюдайте, но не обнаруживайте себя. Мне нужно прихлопнуть этого клеймана. И она наш ключ к нему. Сегодня ночью пущен под откос состав с авиадвигателями для ремонтной базы. Завод встанет на несколько дней, а нас ждут истерика господина Гауляйтера и новые доносы в Берлин.
Осторожней. Не повредите портрет. До вечера. Пока, папочка. Нужен молоток. Давай ставим его. Что будем делать? Играть в жмурки. Черт бы тебя побрал, свинья, что ты натворила. Извините. Извините, проклятая дура. Я не собираюсь из-за тебя гнить в окопах. Я доложу начальству. Скотина, понабирали идиоток. Ее выставят из дома как повариху. Отец не простит. Я не отпущу тебя. Скажем, что стремянку толкнули мы. Кто мы? Мари, ее даже не накажут. Хорошо. А тогда няня останется? Да, иди в детскую. Мы поговорим с ними. Я думала, они меня выгонят. Но на вон как. Действительно тебя любят. Кто? Дети? Дети? Дети, дети. Дети. Представляешь, что было бы, если бы они не оказались рядом? Что бы они с тобой сделали? Ты очень рискуешь. Куда ты ее знаешь? Кого? Прокурорша. Мы видели с ней несколько раз. В Минске до войны у меня была командировка. Потом?
потом война закончится. Что, к дому мы не пробьемся. Слишком много охраны. Так что про боевой захват можно забыть. А может действовать через эту? Твою помазан. Она как животное. Совершенно неуправляемость и невозможно договориться. А вы попробуйте. Попробуйте, раз она сказала «А», скажет и «Б». У вас же есть способы воздействия на нее? Она не будет жертвовать собой. Ну, это естественно, она же нормальная женщина. Вот на этом и надо сыграть. А если мы ей передадим яд, который получили из Москвы, он действует медленно. Твоя помазан успеет уйти. А может, лучше эту хитроумную английскую бомбу? Мину. Я, наверное, надежней. Надежнее мина. Мы приготовим ее, оставим на заброшенном заводе. В любое время вы сможете ее воспользоваться. Андрюха! Забирайте мину и вон пора. Боюсь, что все это впустую. Не справятся. Послушай, Николай Петрович, в любом случае надо вывести семью этой помазан. И главное, сделать это так, чтобы ни у кого в деревне это не вызвало ни малейшего подозрения. Ладно, сделаем. Придумаем легенду. General Mavis ist gestern angereist. Вчера прилетел генерал Мевис. Собираются с женой прийти сегодня на мою премьеру. Ты идешь? Даже ради них не пойду. Неужели тебе не интересно? Это первая постановка моей пьесы здесь. Слушай, это невыносимо. Провинциальные актеры на ломаном языке изображают из себя древних римлян. Не буду с тобой спорить. О провинциальном театре ты знаешь больше меня. Хочешь сказать, что без тебя бы я там так и осталась? Нет, я хочу сказать... Я хочу сказать, что сегодня ты играешь плохо. Сегодня папа будет меня кормить.
Что ты наделала? Испортила ковер. Извините. Я все уберу. Я почищу ковер. Ничего страшного, ковер можно поменять. Тогда заодно поменяй прислугу. Правда, в этой дыре даже прислуги прилично нельзя найти. Здесь вообще ничего нет, понимаешь? Вот видишь, ты сама понимаешь, что все самое лучшее в этой стране уже принадлежит тебе. Мой бог, зачем я сюда приехала? Как мне все это надоело. Ну что же вы стоите? Кушайте, дети. Тише. Вон, кажется, и он сам. Как холоден его взгляд. Словно нет у него сердца. Или в его сердце еще нет любви. Ты даешь мне воды, женщина, даже не зная, кто я. Ты король готов Татила. И ты идешь в Рим. А это значит, что я уже не вернусь в мой город. Ты даешь нам утолить жажду, хотя считаешь врагами. Я вижу усталых путников, которые хотят пить. Так и я вижу народы и города, измученные голодом, чумой и Византией, которые должен спасти. Но в знак доверия между нашими народами я выпью воды из твоего кувшина. Это чистая вода. Пусть она охладит твою ненависть, если с ней ты идешь в Рим. Я иду в Рим, чтобы и ты смогла вернуться туда. Почему ты позволил ей так говорить с тобой? Она так красива и благородна. Что ее покорность стала бы унижением для меня. Мне нужна любовь Италии, а не подчинение. Только добившись любви, я стану хозяином этой земли. Из Берлина срочно, господин Гауляйтер. Завтра прибывает состав из-под Курска. Необходимо принять и запустить танковые мастерские. Нам понадобятся все местные ресурсы. Вызывайте сотрудников. А вы подготовьте машину. Она станет моей возлюбленной. Но сколько еще сражений мне предстоит выиграть ради этой любви? Она достойна этого. Я не медлил бы ни минуты. В Рим. Я уже слышу, как римляне приветствуют нас в Капитолии. Вы мне понадобитесь. Госпожа Анита, дети уснули. Можешь идти домой, завтра не опаздывай. Спокойной ночи, госпожа Анита.
Вы ранены? У вас кровь на кителе. Я могу вам помочь? Это не моя. Я могу вам помочь? Хоть кто-то в этой стране хочет мне помочь. Что произошло? Партизаны. Они опять пытались убить меня. Наверное, на мне какое-то заклятие. Я неуязвим. Я посмотрю, можно? Да. Принесу воды. Лучше коньяку. Коньяку, да. Да, господин Краубе. Пожалуйста. Спасибо. Надо умыться. Да, сейчас принесу воды. Можно? Вильгельм. Анита. Что с тобой? Что случилось? Как видишь, опять ничего, дорогая. Галина, иди домой. Ну, что там? Ты сейчас же ляжешь в постель. Тебе нужен отдых. Господин Янецкий? Еще что-нибудь случилось? Господин Гауляйтер, фрау Анита, вынужден извиниться, если напугал вас. Дорогая, не волнуйся. Пойду наверх. Доброй ночи, господин Янецкий. Докладывайте. Сегодня и так уже тяжелый день. Мне только что стало известно, что в гетто начат погром. Готенберг. Он хочет уничтожить моих рабочих. Все евреи, работающие в генеральном комиссариате, были схвачены СС. Это заговор. Он хочет воспользоваться ситуацией. Едем. Машину быстро. Ты будешь говорить. Как тебя зовут?
Доставили Помазан. Где ты взял бомбу? Допросили. Допрашиваем. Если она действительно любовница Краубе, то это большая удача. Я думаю, мы легко это сможем доказать. Зачем? Связям с неариками строго относятся в Берлине. Здесь это не так предосудительно. Лишний раз разозлим господина Гауляйтера. Когда Краубе узнает, что мы ее арестовали, он и так будет в ярости. Где ты взял бомбу? Он не узнает. Если вы заставите ее сотрудничать. Но я уверен, что она связана с партизанами. Вот именно. Этим она идеальная наживка. На один крючок мы поймаем две рыбы. Вы хотите выпустить ее? Риск велик. А если она убьет Краубе? Мы имеем дело с серьезным противником. Зачем им внедрять агента, чтобы пожертвовать им так бездарно? Агент Москвы в спальне Гауляйтера. Это не просто адюльтер. Здесь успехи в экономике не помогут. Ты будешь говорить. Этот же агент и приведет нас к Лейману. Прекратить. Что здесь происходит? Кто здесь старший? Господин Гауляйтер, вы живы? Нам сообщили, что в театре была диверсия, что вы убиты. Что здесь происходит? Господин Гауляйтер, происходит зачистка от нежелательного элемента. Чей это приказ? Ваш, господин Гауляйтер. Прекратить! Господин Гауляйтер, ваши действия наверняка дойдут до господина фон Готенберга, а он доложит господину рейхсминистру. Плевать. Нужно остановить погром. Они мне нужны живыми, понимаешь, живыми. В состоянии работать. Вернут всех по домам, чтобы завтра все вышли на работу. Слушаюсь. Прекратить. В этом есть какая-то ирония. Гауляйтер НСДАП спасает жизни евреев. Галина Помазан. Это твое настоящее имя? Да. С какой целью ты находишься в доме господина Краубе? Я гувернантка. Ты bist was? Кто? Kindermädchen. Гувернантка. Das wissen wir bereits. Это мы знаем. Welche Aufgabe erfüllst du für die Partisanen? Какое задание ты выполняешь для партизан? Ich bin einfach für Kinder. Я просто смотрю за детьми. Einfach für Kinder. Просто смотрю за детьми. Du hast Herrn Kraubes Nähe gesucht. Ты добилась близости с господином Краубе, чтобы помочь партизанам устранить его? Herr Kraube wollte, dass ich in Господин Краубе сам захотел, чтобы меня перевели в его дом. Und wo triffst du ihn? Где еще ты бываешь с господином Краубе? Sie nur zu Hause. Я вижу его только в доме. Er lügt mich nicht. Не смей лгать. Dann. Тогда. Und mehr nicht. И больше не было. Но вы же видели. Mit welchem Ziel bist du seine Liebhaberin geworden? С какой целью ты стала его любовницей? Ich bin nicht я не любовница. Du meinst, dass ich dir das glaube? Думаешь, я поверю тебе? Ihr seid doch alles geile Вы все тут похотливые сучки. Man euch gar nicht dazu У вас и заставлять не also, надо. Wo hast du dich noch mit ihm getroffen? Где ты встречалась с ним потом? Ich verstehe nicht. Я не понимаю. Herr Kraube ist mein Господин Краубе мой хозяин. Er hat mich mitgenommen. Он сам привез меня Sie тогда, вы видели. Genau. Видела. Ich habe gesehen, wie du alles inspiziert как ты все осматривала. Und wem hast du danach die Informationen übergeben? Кому ты передала потом эти сведения?
Niemand. Никому. Du lügst. Врешь. Und was ist mit Archipova und dem А что делать с Архиповой и киномехаником? Die dürfen zunächst keinen Они Verdacht ничего schaffen. Не должны заподозрить. Bis auf weiteres. Пока. Archipova sollte zunächst Хотя Архипову лучше подержать у нас. Zumindest so lange, bis sie diese Pomazan... Конечно, если вам удастся заставить сотрудничать эту помазан. Was ist mit ihm? Ну что? Wem übergibst du Informationen über Herrn Кому ты передаешь сведения о господине Краубе? Что тебе известно о взрыве в театре? Nur das, was Только то, что Краубе сказал господин Краубе. Ach, ja? Ах, вот как? Wie konnte er dir denn darüber И когда erzählen? Же он тебе это рассказал? Zu Hause vor seinen Может быть, дома, vielleicht? При детях? Also schläfst du doch Или ты все-таки спишь с ним, шлюха? Sie wollen so ein wunderschönes Exemplar, Ты попортишь такой чудесный экземпляр. Это ужасная манера местных. Они готовы говорить о чем угодно, но не отвечать на вопрос. С женщинами немного проще. Хорошая плеуха сокращает время разговора. Если она любовница Краубе, то не надо, чтобы он задавал лишние вопросы. Она уже никому ничего не расскажет. Не нам решать. Я поговорю с ней сам. Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Я не буду вас мучить. Можете говорить по-русски. Вы знаете, почему вы здесь? Нет, я не понимаю. Вас обвиняют в помощи партизанам и подготовке покушения на гауляйтера Краубе. Вы должны рассказать нам все, что вам известно. Да мне ничего не известно. Ich will Ihnen das mal glauben. Зато известно нам. Kennen Sie Сергея Порываева? Вы знакомы с Сергеем Порываевым? Да. Und um was für eine Art von Bekanntschaft handelt es sich? В каких вы отношениях? Можно водички? Antworten Sie auf meine Frage. Ответьте на вопрос. Вам известно, что ваш любовник связан с партизанами? Я ничего не знаю. А я уже начал вам верить. Помогая ему, вы помогаете бандитам, стремящимся обескровить вашу родину. Вы должны рассказать нам все. Вы знакомы с его женой? Он не женат. Он женат. Seine Frau ist Мария Архипова. Ich denke, die kennen Sie ganz Его жена Мария Архипова, которую вы хорошо знаете. Ну, они друг друга знают, но это ничего не значит. Это неправда. Das ist die Geburtsurkunde von Юрий Яковлевич Архипов. Вот запись о рождении ребенка. Юрий Яковлевич Архипов. Отец Яков Архипов, мать Мария Архипова. Ну что ж. Вы меня не обманывали. Вы действительно ничего не знаете. Эти люди использовали вас. Вы для них просто инструмент. Ни секунды Порываев не был с вами искренен. Мне жаль вас. Но вы еще можете помочь себе. Что вы хотите? Сотрудничество. Вы хотите, чтобы я их...
Warum benutzen Sie solche Worte? Зачем вы используете это слово? Нельзя предать тех, кто сам предал. Nur ihre Pflicht gegenüber ihrer Heimat Weißrussland. Вы просто выполните долг перед своей страной. Я согласна. Что я должна сделать? Tun Sie alles, was man von Ihnen verlangt. Делайте все так, как они вам говорят, но потребуйте, чтобы с вами встретился их командир отряда Клейман. Вы знаете этого человека? Ich glaube Ihnen das. Верю. Помогите нам, а мы поможем вам. Вы станете героиней и поможете избежать лишней крови. Я согласна. Хорошо. Подпишите это. Это что? Unterschreiben Sie das. Формальность. Das ist eine Einkunft über die Zusammenarbeit. Просто подпишите, что вы согласны. Хотите хороший совет? Если вы действительно любовница господина Краубе, вам это очень поможет. Мы закончили. Галь, ты? Напилась? Отлезь. Глянь. Бьют наши немцы-то. Работа что не пошла. Опять в гетто погром устроили. Наших заводских. Целый барак в Тростенец отправили. А мужиков всех погнали куда-то. На стройку. Задергались твои немчики. Конец видным. И тебе, дура. Потом, да тебе! Вот! Да заберись! Вон,
пошло! Куда? Пошло вон от! Вон пошло! Ты чё? Вон! Галь, ты чё? Вон пошло! Галь! Ты дурач! Совсем? Замерзла. Ничего. Зато протрезвела быстрее, Ханька. Домой пойдем. Сейчас дома будь. Вещи собирай помаленьку. Зачем? Не спрашивай. Мне уйти надо ненадолго. Сделать надо кое-что. Валь, не стой, собирайся. Мы вынуждены заменить всю охрану, а вдобавок прислуге будет запрещено покидать пределы территории особняка. И вы считаете, это поможет? Несомненно. По крайней мере, дома вы будете в безопасности. Дома? Я живу здесь, как в казарме. По-моему, даже в ванную я хожу через трой солдат. А теперь еще и прислуга будет жить тут. О каком спокойствии вы говорите? Это гарантия вашей безопасности. Даже Бог не может этого гарантировать. Для Вильгельма все это стало какой-то игрой. Он считает себя неуязвимым. А я живу здесь в постоянном страхе. Боже, когда все это кончится? По крайней мере, пока идет война, мы не можем изменить этого. Мы можем только соблюдать меры предосторожности. Ну что же, соблюдайте. Если это так необходимо, пусть живут тут. Но с одним исключением. Конечно. Фрау Помазан. Она не будет ночевать в моем доме. Ты? Я. Я так ждал тебя вчера. Уже волноваться начал. Волновался, значит? Что ж не пришел? Ты адрес, что ж, забыл? Да нет, не забыл. Я уж собирался, но вот ты сама пришла. Погоди. Передай прокурорше, что я выполню все, что я обещала. Только пусть она меня отведет к самому главному. И пусть этот главный мне скажет, что я должна делать. Все. Так, значит, мне ты больше не доверяешь, да? Сам-то ты себе много доверяешь. Ты кто? Яша, Сергей? Во что верить-то? Давай поговорим серьезно. Я понимаю, что все это звучит глупо. Я прекрасно знаю, что ты чувствуешь, что я тебе много не договариваю, но я тебе не вру. Я тебе ни в чем не вру, Галя. Я не знаю. Тошно мне очень. И не понимаю я ничего в этих твоих правдах, неправдах. Тебе ничего не нужно понимать. Нужно знать только одно. Я люблю тебя, Ка. Тебя очень люблю. Сказать каждый может. Thank you.
Придешь в деревню, сразу собери мать и Женьку. За вами придут скоро. Поняла. Ничего не поняла. Кто придет-то? Кто придет, с тем и пойдете. Я не знаю. Вот это пропуск. И еще, когда будешь в безопасности, передай вот это самому большому их начальнику, ты поняла? Поняла. Ничего не поняла. Галка. Не спрашивай меня больше ни о чем. Я сама больше ничего не знаю. Как скажешь, так и сделаю. Иди, Валюша. Это сегодня пришло? Да. Это стандартный запрос из полиции на установление адреса. Это ведь ее родня? Да, ее точно. Мать в деревне проживает и племянник вроде. Интересно, зачем это могло потребоваться в полиции? Не знаю, они это не указывают. К нам только запросы поступают. Может, она уже у них? Или на них работает? Тогда зачем им запрос? Сама бы все рассказала. Разумно. Неужели ее заподозрили? Может, это проверка? После взрыва в театре СД всех подряд проверяют. А она в доме Крауба работает. Возможно. Понять бы теперь, чем эта бумажка для нас может обернуться. Ты на работу обратно? Да. Попробуй выяснить подробности. Тетка, стой! Мария Архипова, что в суде работала? В какой квартире живет? Прокурорша? Ну. Четвертый. Давай, иди, куда шла. Немцы во дворе.